Благодаря приборам съемки мы можем наблюдать потрясающие, удивительные, смешные и загадочные моменты, сидя дома в уютном кресле. Некоторые из них настолько увлекательные, что вы захотите пересмотреть дважды. Ну и здравствуйте! Тут удивляет не глубина лужной дороги, а то, как уверенно прошел дистанцию автомобиля, прямо амфибия, а не спорткар. Доска серфинга бывает коварной во время фотосессии, но ради Инстаграма приходится испытывать судьбу. Как ни странно, но ледовое шоу плохо сочетается с такими нарядами. Прогулка с ребенком, ожидания и реальность. Водяная горка всеми силами старалась остановить девушку от спуска. Хорошо, хоть купальник остался на месте. Спрятать бутерброд в задний карман? Почему бы и нет? Главное, не забыть, что он там. Совершенно не банальный способ подката к понравившейся девушке. Только, пожалуйста, не повторяйте подобного, если вы не настолько профессионал. Теперь вы знаете, как выглядит выражение «не вписаться в поворот». Надеемся, эта ящерица, как ей и положено, сумеет отрастить новый хвост. Попытка снять эффектное видео, все получилось гораздо круче, чем планировалось по сценарию. Гимнастическая резинка порой бывает настолько коварной, что лучше 100 раз подумать, прежде чем ею воспользоваться. Если вы освоили героборд, вам точно есть к чему стремиться. Девушка демонстрирует чудеса владения этим приспособлением и своим телом. Если женщине чего-то захотелось, вряд ли найдется вариант ее остановить. Огромному быку невдомек, хочет он или нет, а селфи с ним у этой дамочки будет. Хуже безответственного водителя за рулем может быть только водитель, находящийся снаружи. Совершенно неожиданное завершение концерта. Кажется, сверху решили прекратить его досрочно. Может, голос не понравился? 100 раз подумайте перед тем, как надевать светлую одежду в поход. Помните, в случае чего вам придется ходить в ней продолжительное время, и не всегда это будет выглядеть элегантно. Даже птица может позволить себе такси премиум-класса. Силы надо экономить. Для вирусного видео или фото чего только не придумать. Увидев самовольно движущийся автомобиль, водитель сумел за считанные секунды отогнать свою машину. Даже открытый багажник его не смутил. Очень вовремя. Должно было получиться. Как думаете, что возмутило клиента? Ведь парикмахер в точности повторил все, что тот показал на фото. Оставим это видео, пожалуй, без комментариев. Пока нет руководства, можно и расслабиться. Главное – быстро вскочить, когда зайдет начальник. А то ой, как неловко получится. С такими друзьями и враги не нужны. К
какова была вероятность именно такой траектории полета мяча. Зато теперь вы знаете, зачем мотоциклистам шлем. Если есть у... остался. Это бы селфи так и осталось никому неизвестным событием, если бы не одно «но» в виде упавшего телефона. Ох уж эти фудблогеры. Ни кусочка не могут съесть без того, чтобы заснять это на камеру. Что ж, зато видео осталось на память. Говорили же инструкторы не смотреть вниз. Все шло идеально, пока девушка не забыла о предупреждении. В такие моменты не стоит терять связь с реальностью, иначе она напомнит о себе самым неожиданным образом. Вполне вероятно, парень делал ставку на свою неотразимость и умение зажигать. А может, хотел немного попиариться таким образом, но он наверняка не ожидал такой ответной реакции. Что ж, теперь знает, индийские мелодрамы с танцами нравятся не всем. Когда в душе ты хулиганка, но на тебя надели образ леди. Во время таких упражнений даже миллиметр может нарушить баланс, что, собственно говоря, и случилось, зато посмеялись. И здесь небольшая погрешность капитана едва не разрушила набережную. Можно только представить себе испуг местных жителей. Появляться на камеру было не очень хорошей идеей. К слову, напиток был настолько вкусный, что девушка готова выпить даже с поверхности стола. У креативных людей даже заначки с пивом поражают воображение. Внимание! Некоторых недобросовестных водителей к дорожным знакам можно привлечь только таким способом. И похоже, что активисткам это удалось. Как можно промахнуться в такой огромный проезд, для нас остается загадкой. Пожалуй, один из самых креативных способов отдыха на воде. А вы бы отважились заняться серфингом в такой близости от подводной лодки? Тот случай, когда уместно спросить: «Ты одна такая?» А нет, у нее еще и подруга такая же. Когда будете в следующий раз вытирать пыль под телевизором, вспомните эти кадры. Мужчина даже не подозревал, что станет причиной аварии пожарного автомобиля. Все равно ничего не понять, потому что посмотрите в замедленном варианте. Это ли не высшее искусство? Бьемся об заклад, вам еще не доводилось видеть подобного на улицах города. Как по-вашему, это новый дизайн или парень едет на шиномонтаж? Интересно, эта женщина подозревает о том, какую злую шутку с ней сыграли ее брюки? Или это уровень спокойствия, к которому все стремятся? Не засиживайтесь до утра в клубах, иначе будете как этот парень. Теперь вы видели все. Стать независимым мечтают не только дети, автомобили тоже стремятся на свободу. Спуск горы у этого парня пошел не совсем по плану, но, к счастью, он оказался довольно мягким и неожиданно комфортным. Правда, о том, как ему удалось выбраться, история умалчивает.
Противокорабельная мина лежала на дне моря около Японии со Второй мировой. Когда ее обнаружили, было принято решение обезвредить опасную находку. Даже такая древняя, она способна поразить своей мощью. Открыть дверь перед гостями оказалось настоящим испытанием, но парень хотя бы старался. Когда вам предложат сервис по системе «Все включено» во время путешествия по Амазонке, будьте готовы, это выглядит как-то так. У нас только один вопрос. Стоило ли рисковать ради эффектного видео? Такое лучше не повторять. Парень всего лишь хотел закрыть ворота. В его планы их падение точно не входило. О специфике восточной кухни, кажется, знают все. Но вот в этой семье неожиданно появляется новое блюдо, а его создатель даже не подозревает о своем открытии. А хотите еще больше историй? Добро пожаловать на канал «Полет души». Здесь вы окунетесь в атмосферу легкости, уюта и непредсказуемости. Каждый рассказ уникальный, интригующий и очень душевный. Ждем вас на канале и начинаем наш «Полет души». Ссылочка в описании.